наградить лучших и обсудить деловые стратегии. В Ульяновске стартовал 11-й бизнес-форум «Деловой климат в России». На мероприятии собрались известные коммерсанты. Не обошлось и без первых лиц Ульяновской области. Глава Кабмина Александр Смекалин рассказал о пользе этого форума. Самое главное, что здесь налаживаются связи, осуществляются коммуникации, выстраиваются контакты, которые в дальнейшем позволяют создавать много-много чего хорошего, полезного, доброго, позволяет развиваться каждому. Как известно, область держится на инвесторах, а предприятия на инженерах. На форуме собрались победители регионального конкурса для одаренных технарей и толковых руководителей. Победителей премировал Александр Смекалин. Звание «Инженер года» получил Антон Юсупов, научный сотрудник Института атомных реакторов. Победа в конкурсе далась ему легко. Всегда приятно, когда твою работу оценивают, когда твою работу замечают. И, собственно, почему нет? Я подал заявку и победил. Инвестором года стал Александр Киселев, директор фабрики по производству кормов. Он и его команда разработали проект центра по изучению питания домашних животных, воплотили его в жизнь и не прогадали. Успешно завершили проект. В прошлом году мы открыли его торжественно с участием губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Бизнес-форум будет проходить в течение 2 дней. Программа ожидается насыщенная. Для участников пройдут тренинги, круглые столы и тематические площадки. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Управды ТВ.